В здоровом теле здоровый дух. Этот лозунг спортсмены всех стран пропагандируют уже много лет. Ежегодно во вторую субботу августа отмечается профессиональный праздник День физкультурника. А в пятницу в Димитрограде прошло торжественное мероприятие. Почетные грамоты главы города за развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни вручили самым активным. Не оставил без внимания виновников торжества и департамент по физической культуре и спорту. Ну и, конечно же, благодарственными письмами отметили всех тех, кто помогал комитету по физической культуре. Хорошие мои, я от чистого сердца поздравляю всех вас с этим праздником. Дай Бог нам всем здоровья и успехов. Спасибо вам огромное.